Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть сестра-близнец. Недавно между нами остро возник вопрос так называемой близнецовой ситуации развития. Мы сами учимся на психологов, это тоже проблема. Почему это проблема? Поэтому решили изучить эту тему. Я вижу такие основные проблемы. Мы ни с кем не общаемся, кроме друг друга. Максимум, что у нас есть, это 2-3 подруги, которых мы делим на двоих. Как отдельные личности, мы ни с кем не общаемся, не дружим. Многие наши друзья даже не знают себе труда различать нас. Уже надоело это, кто-то из вас или вы обе что-то сделали. А делал это одна и т.п. Из-за этого необщения мы обе очень замкнутые и тяжело привыкаем к новым людям и обстановке, а ведь нам по 20 лет рано или поздно придется расселяться. Третье. Мы не знаем себя. Когда я захотела быть психологом, сестра пошла учиться за мной, так как ей показалось, что ей самой это нравится. Но сейчас она понимает, что это не так. У нее всегда было больше склонности к точным наукам, но это плохо осознавалось. Я могу сказать, что даже некоторые воспоминания из детства у нас искажены. Вспоминая тот или иной поступок, даже когда нам было лет по 12, я не могу сказать, она сделала что-то, поступила так-то или я. Когда мы с ней разделяемся, каждый из нас начинает чувствовать себя половиной, не чувствует себя сильной, сразу становится какой-то глупой, нелепой, еще более замкнутой, чем обычно. Я, например, всегда смелее сестры именно на ее фоне, когда ее нет рядом, я даже еще скромнее становлюсь, чем она обычно. Мне без нее очень грустно, условно жизнь кончилась, тревожно, я стремлюсь скорее встретиться с ней. Не завязываю ни знакомств, ни новых связей. Вроде как они мне не нужны. Вопрос такой, как нам разделиться, если мы учимся в одном университете, даже в одной группе? Как, наконец, почувствовать себя собой, а не половиной пары? Иногда, когда мы не вместе, я прямо в шоке бываю от того, что моя жизнь только моя. Я могу поступать независимо от сестры. И как доказать окружающим, что мы не одинаковые люди, а личности? Буду очень благодарна за ответ. Ну, с чего бы начать? Начать можно с такой истории, как сепарация, да? Наверное. То есть, действительно, вам нужно различаться. Вот. Действительно, вам нужно становиться как-то вот отдельно друг от друга. Вот. Действительно, вам нужно осознавать себя как отдельные личности, это правда. Вот. Но только без сепарации это невозможно. То есть без, без физического как бы отделения друг от друга это нереально, на мой взгляд. А дальше просто работать с своими чувствами на этот счет, переживаниями. Вот. Проживать эти эмоции, проживать эту грусть, эту боль, если она существует, вот, и учиться полагаться на себя. То есть это процесс, которым вы, на мой взгляд, сталкиваться боитесь, потому что, да, вот это что-то новое и страшное, но вот вместе с психологом, на мой взгляд, у вас, в принципе, все получится. Вот, то же самое, на мой взгляд, нужно делать и вашей сестре, вот, чтобы тоже, значит, учиться полагаться на себя, да, учиться как-то вот, ну, воспринимать себя отдельно от вас, вот. Что еще важно? Важно то, что доказывать никому ничего не надо доказывать, то есть то, что вы вот пытаетесь. То, что вы вот пытаетесь доказывать кому-то что-то, да, ну, условно говоря, говорить, что как доказать другим, что мы там отдельные личности, например.
Эта история, на мой взгляд, ведущая в никуда, потому что, как бы, ну, те, кто доказывает, да, они всегда находятся, как бы, ну, в определенной зависимости от людей. Вот, и, на мой взгляд, вот, так с собой поступать, ну, не надо. Вот, на мой взгляд, так с собой поступать крайне, ну, крайне негуманно. Вот. То есть, ну, понимаете, как бы недостойно быть того, чтобы вот доказывать людям, что вы, ну, что вы отдельная личность. Ну, недостойно это. Вы достойны того, чтобы как-то вот, ну, чтобы к вам относились, ну, адекватно. Вот. Но для этого нужно просто, что? Для этого нужно просто демонстрация. Ну, нужно, чтобы вы вот умели. Умели, учились демонстрировать, ну, как бы, себя. Сейчас это вот, как бы, ну, к сожалению, не происходит. Значит, и не произойдет, скорее всего. Само по себе не случится так. Вот. Вы описываете, значит, некоторые проблемы, но они являются следствием, на самом деле. Вот, они являются следствием, эти проблемы, на мой взгляд, они являются следствием. Первопричина в другом, вот, она касается того, о чем я, в принципе, ну, того, о чем я, в принципе, ну, сказал, да, то есть, первопричина касается именно тех моментов, на которые я постарался обратить ваше внимание, грубо говоря. Вот вы говорите, что вам грустно, вы говорите, что вы становитесь, значит, еще более там замкнутой, когда вы находитесь без сестры. Ну вот, то есть это было бы неплохо как раз поисследовать, да, это было бы неплохо как раз изучить, вот, что именно с вами происходит. Ну вот, ну и, наверное, не бороться с вот этим состоянием, как-то, ну, проживать его, что ли. Вот. Сейчас, на мой взгляд, вы вот как раз, ну, как бы, занимаетесь тем, вот, что, ну, погружаетесь в этот процесс все больше и больше. Ну, вот. Какой мне видится еще аспект в этой ситуации, безусловно, непросто. Дело в том, что вот мне как-то показалось, исходя из вашего сообщения, вот, мне показалось, что вы смыслом своей жизни видите именно значит, свою сестру. Вот. То есть, ну, тут момент какой? Тут момент такой, что, ну, вот вы учитесь, лично вы, учитесь на психолога, допустим.
Я вот не понимаю, зачем? То есть не в смысле того, что вот не надо учиться на психолога, нет, не в этом смысле. То есть как бы, ну, хотите учиться, учитесь на здоровье. А зачем? Просто вот вы сами зачем это делаете? Вам это для чего вот нужно вот самой? Вот. То есть, ну, вот, чего вы хотите? То есть, ну, вы людям хотите помогать, да? Там, ну, ну, допустим. Вот, вы людям хотите помогать на самом деле. На самом деле вы хотите помогать людям. Или, может быть, там, грубо говоря, ну, еще что-то есть такое, то есть, вот, вот просто, просто зачем? Просто зачем? То есть, я повторю, да, тут как бы смысл не в том, что не надо этого делать, а смысл именно в том, что вот, как бы, ну, для чего? Цель какая у того, что вы вот, например, ну, хотите этим заниматься. То есть это же, ну, вряд ли вот прям какое-то вот такое, да, спонтанное решение, то есть, ну, на мой взгляд. То есть если вы этим, ну, если вы этим занимаетесь, если вы этого хотите, то, ну, наверное, ну, наверное, вы для себя вот что-то вкладываете, вот. То есть вам бы вот как раз попытаться найти, ну, условно говоря, смысл. Вам найти смысл нужно. Ребята, сейчас очень, вот есть такое ощущение, что смысла вообще вы не видите вот в том, что делаете. То есть смысл — это вот только ваша сестра. Ну, понятно, что могу ошибаться. Вот, понятно, что, может быть, я не прав. А, вот, но... как бы... А если я не прав, то это уже другая ситуация, то есть тут нужно смотреть как-то вот, значит, ну, надо как выглядит эта ситуация в целом, вот, но... Я надеюсь, что вот, по крайней мере, вы увидите это для себя. Вот. То есть, большое отношение имеет вот именно вот, внутренняя опора. Вот. Какая внутренняя опора у вас вот, в данном случае, да? Ну вот, опять же, не совсем понятно. Вот, то есть, что это за опора, и как вы ее, ну, как вы ее реализуете, эту опору, свою. Вот, пожалуй, как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. А вот я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. А с близнецами работают. Значит, персонально, какого-то такого готового способа нет, вот вы в принципе можете увидеть, вы можете в принципе сами увидеть, что
будете тяготеть и будете, ну, будете стремиться к тому, чтобы, ну, не уходить от своей сестры, не обратиться от нее, то есть вы будете сами к этому тяготеть, вы будете сами к этому стремиться, то есть, ну, как бы то, что сейчас вы хотите, там, допустим, чтобы вот как-то было по-другому, да, то, что вы сейчас хотите, чтобы у вас было как-то, ну, иначе, вот. Это больше вот как-то на злости вы здесь вывозите, да, то есть вы как-то больше вывозите вот именно на, ну, на негативе, да, каком-то, ну, вот, то есть это, ну, плюс-минус, понятно, плюс-минус, а вот, плюс-минус, это понятно, но, если прям дойдет до дела, то вы, скорее всего, будете как-то вот, ну, задний ход будете давать, то есть вас это будет вот скорее пугать. Вас это будет скорее пугать. Вот, ну, поэтому очень важно работать со страхом. Очень важно работать со страхом, очень важно, чтобы вы, ну, смотрели на себя, исследовали себя, узнавали себя, опять же, очень важен такой момент. Как мне кажется, важен этот момент. Вот, и, да, работать с личными границами очень-очень важно. Ну, по крайней мере, мне так видится сейчас. Значит, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Надеюсь, что вам это было прямо. Полезно. Вот. Надеюсь, что для себя вы сделаете какие-то выводы, вот. И, ну, решите, значит, что вам делать дальше. Вот. Я думаю так можно ответить. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, помощь в смысле, пригодится. Вот. Я думаю, что все можно решить, только без доказательств чего-либо. Вот. Ну а обратная связь позволит вам сформулировать какие-то базовые постулаты. Для психотерапии, вот. Что значит, ну, базовые. Именно базовые постулаты для психотерапии. Вот, чтобы начать над собой работу. Вот. Надеюсь, вы станете замечать в ближайшем будущем улучшение своей жизни. Вот. Всего вам самого доброго.